Добрый день, уважаемые друзья. Не хочу аудио, я привык к видео всегда, друзья. Поэтому так, я благодарю тем людям, которые меня позвонили, кто написал за поддержку, что когда я заявил, что Георгий Антонов меня звонил, сначала такое мягкое, ну, смысл понятно, почему мягко там. И потом, поняв, что проигрывает в нормальном диалоге речи, начал психовать и меня оскорблять, что мне устроит то, что никогда в жизни мне никто не устроит, я что тварь, неуч, вот так вот, неграмотная тварь, да, вот это слово забываю. И спасибо за вашу поддержку, друзья, что я сделал видео, я не боюсь его. Многие, знающие меня, наверное, не удивятся, что я его 100% не боюсь и его эти угрозы, но все-таки мне приятно за вашу поддержку, друзья, потому что это наше как бы общее дело против действий таких людей, и это приятно, когда есть люди, которые готовы поддержать меня в ситуации с такими людьми. Спасибо вам, друзья, всего вам доброго.